За прошлый год рост валового внутреннего продукта превысил 4%. Это больше, чем прогнозировали наши партнеры из Мирового банка, Международного валютного фонда и другие эксперты. В этом году мы рассчитываем на рост валового внутреннего продукта примерно 5%. И к середине 2012 года мы планируем выйти на докризисный уровень. Вообще результаты уже есть позитивные. Скажем, растут доходы пенсионного фонда. Я скажу, что где-то мы уже плюс 3 миллиарда имеем за эти 3 месяца. Здесь, безусловно, рост экономики, но и также те последствия тех мер, которые правительство приняло. Кстати, мы имеем неплохой рост доходов бюджета. Специально для Макса Альера. Плюс 17 миллиардов за 3 месяца к аналогичному периоду прошлого года. Вот уровень платежей по долгу Украины, правительственных платежей, до 2009 года. Мы сейчас на пике возврата долгов. И в этом году имеем беспрецедентную цифру – 89 миллиардов. Это, безусловно, результат уникальной работы наших предшественников. Именно вот это мешает нам использовать мощный прирост доходов для решения многих и социальных, и инфраструктурных задач. Но уже в следующем году мы будем возвращать на 40 миллиардов меньше. И задача правительства свести вот это к минимуму. Мы будем делать все, чтобы возвратиться хотя бы на этот уровень. Поэтому перед нами очень сложные проблемы стоят. И я их не упрощаю. Но вместе с тем, я очень хорошо вижу наши перспективы. И эти перспективы являются позитивными. Поэтому я приглашаю ваше сообщество работать вместе с нами на развитие Украины, на прогресс Украины. Это будет наш совместный прогресс.